Подобные заголовки пестрили по всему интернету, начиная с того времени, как ученые в прошлом обнаружили резкое падение яркости загадочной звезды Таби. Благодаря нашим путешествиям во времени и по различным уголкам Вселенной мы с тобой уже многое изучили, но как уже говорилось не раз, Вселенная огромна и полна загадок. И конечно, в 2019 году загадок, связанных с космосом, было намного больше, чем сейчас. Но и пример этому как раз загадочная звезда Таби, как ее называли тогда. Поэтому давай в очередной раз взглянем в прошлое и посмотрим глазами людей, которые жили в 2015-2019 годы. Почему же эта звезда, яркость которой очень сильно падала, вызывала такой резонанс мнений в обществе? Естественно, мы поговорим о различных теориях ученых, которые были опубликованы в журналах, начиная с 2015 года. Ну что ж, летим в прошлое. Звезда Таби, или же KIC-8462852, была открыта еще в 2011 году и расположена на удалении 1480 световых лет от нашего светила. Располагается звезда в созвездии Лебедя. В 2015 году вышла интересная статья, где астрофизики из Йельского университета обратили внимание на весьма странное поведение звезды. Ее светимость загадочным образом падала. Регистрация таких изменений проводилась космической обсерваторией Кеплер в рамках программы поиска экзопланет. Казалось бы, что тут необычного, ведь то же самое можно наблюдать при прохождении перед каким-либо светилом планеты или большого числа комет. Но стоит отметить, что в этом случае снижение яркости звезды повторяется через определенные промежутки времени. Как раз в этот момент и возникают странности для ученых. Потому что в случае с звездой Таби явление происходило через разные временные промежутки, а светимость звезды могла падать на целых 22%. И вот тут-то и появились первые гипотезы, связывающие данное явление с деятельностью инопланетной цивилизации. Одна из этих гипотез гласила, что провалы в яркости, происходившие с периодом в 100 дней, были похожи на то, будто звезду затеняет большой рой объектов неправильной формы. Ученые из Пенсильванского государственного университета даже предположили, что на орбите звезды происходит строительство сферы Дайсона – мегаобъекта, собирающего всю энергию звезды для последующей переработки. Ради проверки этой идеи радиотелескопы проекта SETI просканировали окрестности звезды, но никаких интересных сигналов не обнаружили. Кроме того, подобная мегаструктура должна была неплохо излучать в инфракрасном диапазоне, чего также обнаружено не было. Но эту гипотезу все равно не стали отвергать. Появлялись еще новые странности. Как оказалось, сила свечения звезды постоянно меняется на 1,7% каждые 20 часов. Такую аномалию ученые фиксировали на протяжении 15 месяцев. Они использовали данные, представленные телескопом Кеплер. Исследователи также зафиксировали некие сдвиги в положении центра яркости данной звезды. Это теоретически можно объяснить окружающим звезды большим количеством комет, воздействием света другой звезды, расположенной поблизости. Но астрономы из Луизианского государственного университета не поверили в такое объяснение и изучили сканы исторических снимков этой области неба, делавшиеся с 1890 по 1989 года. Оказалось, что за это время яркость звезды уменьшилась на 20%, а кроме того, они рассчитали, что кометная гипотеза не соответствует наблюдениям. Но как оказывается, Таби не единственная звезда, которая имеет периодические спады яркости. Однако все остальные подобные звезды являются молодыми звездными объектами и имеют другую структуру спадов яркости. Предполагается, что подобные объекты могут иметь околозвездный диск и для некоторых объектов, например для звезды EPIC-20-42-78-91-6, он действительно обнаружен. Наиболее вероятным объяснением изменения яркости для таких объектов представляется гипотеза, согласно которой столкновения в околозвездном диске могут генерировать облака пыли, закрывающие свет звезды. А теперь давай остановимся и отойдем от версии инопланетной жизни.
В 2016 году появилась статья. Там говорится, что такое поведение звезды может являться ошибкой, возникшей при подготовке снимков. А именно, группа ученых под руководством Михаэля Хипке заявила, что колебания яркости звезды обусловлены не активностью пришельцев и даже не влиянием комет, а ошибками в подготовке снимков. Они проанализировали показатели яркости у пары сотен других светил, а затем результаты были сопоставлены, и оказалось, что похожие мерцания можно было видеть и на примере других звезд. И это связали с изменением техники обработки снимков в 60-е годы 20-го столетия. Таким образом, снимки из архива показывают большой разброс блеска звезды. Возможно, это из-за шума на снимках, сделанных в конце 20 века. Однако, эта версия была подвергнута жесткой критике. Но сами ученые считают, что архивные данные являются убедительным доказательством того, что дело не в изменении светимости самой звезды, а в методике обработки данных. И в январе 2018 года команда из более чем 200 исследователей, возглавляемые Табетой Баяджан, казалось бы, стали на шаг ближе к разгадке, и они предложили теорию, что резкое падение яркости может быть связано с орбитальной пылью вокруг звезды. Скорее всего, пыль является причиной того, что свет звезды становится то тусклым, то ярким. Новые данные показывают, что на разных длинах волн он блокируется с разной интенсивностью, потому что находится между нами и звездой, не являясь полностью непрозрачным, чего можно было бы ожидать от планеты или мегаструктуры. Выводы ученых основаны на наблюдениях за звездой с марта 2016 года по декабрь 2017 года. Начиная с мая 2017 года было выделено и проанализировано 4 отдельных эпизода провалов в светимости звезды Таби. Однако, все же точного объяснения на вопрос, что же блокирует свет звезды, не было. Существуют модели, объясняющие провалы роем околозвездных экзокомет, которые были исходной гипотезой команды Баяджан, и они согласуются с полученными данными. Но некоторые исследователи склоняются к идее, что звезду ничто не блокирует, а она просто тускнеет сама по себе, и это также вписывается в наблюдение. Но мы двигаемся дальше. И чем ближе мы идем к последней версии, почему Таби ведет себя так странно, как вдруг появляется вторая звезда, падение яркости которой намного больше, чем у Таби. Астрономы зафиксировали пока необъяснимое сильное падение светимости звезды, продолжавшееся удивительно долго, один земной день. Результаты наблюдений были опубликованы в журнале 22 февраля. Звезда EPIC 20437601, расположенный всего в 440 световых годах от нас, очень быстро потускнела, примерно на 80%, а затем постепенно восстановила свою светимость. Анализ данных телескопа Кеплер не выявил повторных событий за 160 дней наблюдений. Звезда представляет собой красный карлик возрастом около 10 миллионов лет, который в 9 раз легче Солнца и на 40% меньше его. Она обладает большой вспышечной активностью, но в остальном является ничем не примечательным, типичным для своего класса светилом. Если бы не ее асимметричный провал, ранее незамеченный у других объектов, никто бы и не заметил ее. В данный момент у астрономов есть несколько идей, объясняющие данные события, однако все они имеют недостатки. Возможно, на орбите светила есть планета или коричневый карлик с гигантскими кольцами, и моделирование аналогичной системы показывало, что такое действительно возможно. Но провал за 160 дней фиксировался лишь однажды, а спутник должен иметь период не менее 80 дней. При этом симуляция, которая позволила достигнуть совпадения с реальными данными, показывает, что спутник должен совершать один оборот за 28 дней на расстоянии от светила в 0,1 астрономическую единицу. Другое объяснение приводит нас к существованию специфического неравномерного облака пыли, которое плотнее с одной стороны и тоньше с другой, проходившего между EPIC 20437601 и Землей в момент наблюдений. По мнению исследователей, это маловероятный сценарий, но возможный. И это еще одна таинственная звезда в Млечном Пути, как и звезда Таби. Ну а теперь давай вернемся к нашей главной теме обсуждения. 5 сентября 2019 года в журнале Оксфордской академии была опубликована статья,
где группа ученых под руководством Брайана Мецгера из Колумбийского университета предложила новые объяснения поведению звезды, связанные с возможным существованием вокруг Таби Луны. Так называемую Плунету – Луна за пределами Солнечной системы, которая покинула свою планету, находясь в процессе разрушения. И такой объект может выбрасывать в пространство пыль и осколки породы, которые вращаются вокруг звезды, прежде чем будут ею поглощены и вызывают колебания наблюдаемой яркости. Ранее ученые уже смоделировали процесс миграции лун с орбиты газовых гигантов, и эти луны могут быть выброшены из планетной системы или врезаться в звезду, но по результатам моделирования около половины из них превращаются в плунеты, оставаясь на определенной околозвездной орбите. И таким образом можно отойти от версии внеземной жизни, так как, согласно исследователям, наиболее вероятное объяснение – это как раз наличие Луны, которая покинула свою планету и начала медленно разрушаться, выбрасывая пыль и обломки, которые вращаются теперь вокруг KIC-84-62-85-2 в крупном облаке. Ученые отмечают, что в итоге данная экзолуна разрушится окончательно и будет поглощена звездой. Но это будет совсем не скоро, возможно, понадобится миллионы лет. И возможно, это действительно ответ на вопрос, что же происходит с загадочной звездой Таби. Наше очередное путешествие подошло к концу. Надеюсь, тебе понравился ролик. А если так, то ставь палец вверх, подпишись на канал и поделись этим видео. До новых встреч на корабле!